В случае нарушения указа президента о частичной мобилизации родственники и сами призывники могут обращаться в центр за разъяснениями. Только за понедельник сюда обратилось больше 115 человек. В основном люди просят разъяснить порядок мобилизации. Разряд-то, если, условно говоря, первый, да, то есть для солдат, старшин, матросов до 35 лет, то есть, ну, в военкомате, то есть его отсматривают, нет по этому объему, да, то есть или по этой военно-учетной специальности нет необходимого количества для мобилизации, они переходят сразу на второй или на третий разряд, то есть это соответствующая возрастная группа, там 45 и 50 лет. Много вопросов и по состоянию здоровья. В военкоматах порой нет информации о заболеваниях призывников, ведь кто-то из них там не был 10, а то и 15 лет. Часть алтайских мобилизованных уже прибыли в Омск, и в ОНФ можно обращаться также по вопросам организации их бытовых условий. Были ситуации по стране, когда, условно говоря, то есть нет условий в казармах, да, нет надлежащего питания своевременно, то есть нет, условно говоря, полноценного оснащения там амуниции сразу, да, или наоборот идет изъятие амуниции, которую люди собрали. В региональном исполкоме Общероссийского народного фронта рекомендуют писать о нарушениях на электронную почту. Ее можно найти на сайте, можно звонить по телефону, который на ваших экранах, или прийти по адресу в Барнауле на Анатолия 97, 4 этаж. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком.